Ну, спасибо тебе, Гаврил, огромное. Ты смотри, если тебе до Берлина, я тебе, кстати, могу в багажный пристроить. О, крутняк, давай. Только ты мне тогда за это чемоданчик с матрешками контрабандный передашь продавцу в Берлине. Идет? По рукам, Гаврил, пошли загружаться. Давай, залазь, подам тебе чемоданчик. Фига себе тут бардак. Ой, фу, черт, Гаврила. Оставил мне на сиденье. Цирк тут что ли едет? Здравствуйте. Фу, ты еще одно пугало. Ты кто такой? Меня зовут Глист. Я профессиональный безбилетник. Типа халявщик. Ну привет, коллега. Я Масяня. Контрабандист мартышек. Матрешек. Ну тогда сразу к делу. Тут, короче, в соседнем вагоне ресторан. Давай я поваров отвлеку, а ты раздобудешь что-нибудь пожрать на дорогу. Ну давай, давай, Глист, просочимись, раз уж пошла такая пьянка. А то нам с тобой придется этого тигра жрать по дороге. Или им у нас.